Время вести Чукотки, в студии Анна Мартяшкина. Здравствуйте. ЧП в Кончелане. В воскресенье там под лед провалился снегоход. В результате происшествия один человек погиб, а вот поиски второго продолжаются. Ситуация на контроле местной администрации. Их же силами, а также участкового и добровольцев проводилась и проводится поисковая операция. По телефону сообщает Сергей Нарбоев, глава Кончелана. Адекватные, очень хорошие люди. Просто хотели порыбачить. Ну, заехали на тонкий лед, получается, и провалились. Вот и все. Там в протоке течение сильное. Ну, и, соответственно, как главу семьи до сих пор ищут. А супругу, то есть хозяйку саму, ну, нашли ее, все. Она уже в угольных копях. Сейчас там на вскрытии. Ну, планируется захоронение где-то в субботу, скорее всего. В понедельник с утра, когда нам сразу сказали, где-то часам 9:30, мы узнали об этом. И соответственно, как там родственников пригласили, направили туда людей совместно с участковым уполномоченным. Он тоже поехал на происшествие. Первые поиски там первый день сразу нашли. Сейчас уже сами родственники его пытаются найти. То есть уже сколько дней, уже ездит туда, ну там ниже по течению и так далее, пытаются найти его.